За мусорный полигон в Омской области теперь взяться некому. Столичная компания «Гефест», которая ранее выиграла тендер на проектирование объекта, нарушила условия госконтракта, сообщает портал «Супер Омск». На этапе согласования компания подала документы на день позже срока. Кроме того, УФАС установила, что «Гефест» не имеет заявленных банковских гарантий. Теперь строительная фирма 2 года не сможет участвовать в госзакупках. Заказчик предложил контракт второму участнику тендера, компании из Волгограда, но ее руководство сотрудничать отказалось. В общем, мусорный коллапс для Омска все еще реальная вполне угроза.